Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, какую-то небольшую рубрику «Секреты Майнкрафта» с помощью каких-то небольших схем с редстоуна. И в этой серии мы рассмотрим, как же спрятать ваши сундуки с вашими сокровищами от гриферов, какие-то самые необычные места, где просто-напросто никто их не сможет заметить, без каких-то либо модов или даже командных блоков. То есть полностью ванильный Майнкрафт, каждый человек это сможет сделать, каждый человек сможет этим воспользоваться. И это, ребята, если честно, очень даже круто. Но перед этим я хотел бы вас попросить поставить лайк. Я очень буду сильно рад, если мы наберем 700 лайков. Во-первых, это действительно мне даст больше сил для записи новых видео. И я увижу то, что вам нравятся такие рубрики, и постараюсь делать их как можно чаще. Также, ребята, не забываем 700 лайков, новая серия, что-то в этом роде. И, ребята, не забываем оставлять свои комментарии. Я общаюсь со своими подписчиками, отношусь к ним, как не знаю, как к каким-то реальным друзьям. Поэтому, ребята, если хотите со мной пообщаться, оставляйте свой комментарий. И последнее, это не забываем подписываться на мой канал. Я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Потому что, как я уже только что сказал, я отношусь к своим подписчикам как действительно к друзьям. Я буду сильно рад, если вы вступите в нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не забываем подписываться. И мы приступаем к этой офигенной вещичке, где мы будем прятать свои сундуки. Ну что, ребята, давайте рассмотрим, где же наши сундуки. Вот тут он уже немного вылез, но если его, если... А может, это из-за шейдеров? Как вы думаете? А нет, не из-за шейдеров. Тогда сейчас мы, ребята, это все подробно рассмотрим. Смотрите, где первый сундук. Первый сундук у нас находится под деревом. Где вы тут можете заметить, тогда я включу обратно шейдеры, где вы тут можете заметить, что тут есть сундук? Тут нету никакого сундука, нету вообще никакого сундука. Но, если вы сюда нажмете, то он тут будет. Следующий способ — это в самом дереве. То есть, давайте посмотрим. Вот сундук даже, ребята, вот в дереве, которое растет в джунглях, я не знаю, как это, джунглевское дерево или джунглевское, короче, дерево, которое растет в джунглях, вот, нажимаем, оно прямо, ребята, в дереве, вот оно в дереве, вот, сюда даже нажимаем, оно находится в дереве, это, если честно, очень даже круто. Следующий вариант, это очень простенький, это, наверное, все знают, но все же... он делается с помощью мотыги. И последний вариант — это в любой стене. Но вот почему-то сейчас именно он вылез. Может, если его как-то толкнуть, то... Ну, в смысле, это небольшая проблема. Мы сейчас разберемся и посмотрим, почему же он вылез и как делать все вот эти ловушки. Я не знаю, не ловушки, а все эти потайные места, где вы можете прятать свои изумруды, свои мои алмазы на серверах. Потому что многие мне даже жалуются на моих серверах, что, мол, Эдисон там гриферили меня, отгриферили меня. Но, ребят, это не моя вина, потому что вы сами добавляете людей в свои дома, потом они вас гриферят. Но, или же вы можете перестраховаться с помощью этих умных решений, как же спрятать ваши вещички. Даже если грифер проберется в ваш дом и начнет вас гриферить, то вы сможете защититься вот таким способом. Главное смотреть, знаете, в какую сторону нужно смотреть? Давайте посмотрим. Нужно смотреть в... нет, не сюда, не сюда, не сюда, вот. Z, чтобы Z росло, когда мы туда идем. То есть, дайте я включу еще раз день, вот. Видите, там где X, Y и Z. Вот, чтобы Z, там где у нас сейчас 123, чтобы, когда мы шли в ту сторону, чтобы он рос 128, что вот так, 30. Именно вот сюда нужно смотреть, потому что когда вы будете строить ваши причуды в другие стороны, ваши причуды, то тогда это может не сработать, потому что может вагонетки вот это все не так поставятся, и тогда это не будет работать. Главное смотреть в одну сторону. Давайте мы, ребята, рассмотрим, первый способ, как же это сделать. Вот тут в инвентаре, вот сейчас в этом слоте, вы видите, находятся самые нужные вещи, которые нам пригодятся. Если честно, даже не самые нужные вещи, а только вот эти. Одна вагонетка, рельсы, какие-то блоки, не нужно именно кирпичи, какие-то любые. Кирка, если вы, конечно, ну, без гейммода. Один поршень, и, ну, и кнопочка. Как же это все делается? Ставим вот так. Три блока. Длину и один вверх, вот так. Ну, то есть,
маленькая пиписька, да, то есть если ее так продолжить, то получится большая, а если вот так, то получится очень маленькая, ребята, сантиметровая. Делаем в этом смысле. Потом именно вот так прямо ставим рельсы, чтобы рельсы смотрели на вас, потому что, смотрите, мне кажется, если мы вот так будем ставить, вот, допустим, с этой стороны, да, вот так, то рельсы будут смотреть боком на нас. А вот именно так эта схема у вас работать не будет. Главное, чтобы рельсы на вас смотрели вот так прямо. Поэтому я сразу же и сказал, что нужно смотреть вот в эту сторону. Как же это все дальше работает? Ставим на это вагонетку с сундуком. Это все очень просто делается. То есть в верстаке совмещаем там сундук с обычной вагонеткой. И получается у нас вагонетка с сундуком. Это очень даже просто. Ломаем под этим блок. Вот у нас падает вагонетка на пол, да, то есть все, она вот так стоит. Все нормально, это все уже практически закончилось. Потом поднимаем на 3 блока вверх и вот так закрываем, да. Вот сейчас уже реально писюн такой получился. Так, давайте я выключу опять дождь, только с таким крючком небольшим. Дальше, что мы делаем? Сюда вниз ставим поршень, вот так, чтобы он смотрел сюда. И сюда ставим еще один блок того, с чего вы строите свой дом, да? Сюда мы ставим кнопочку, опа, все, все. Это все готово, ребята, мы засунули сундук в стену, и вы его не увидите. Вот тут вы его сможете увидеть, да? Но если мы вот сделаем так, то грифер, который пробрался в ваш дом, вообще этого не заметит, вообще этого никогда не поймет и никогда своей тупой башкой не догадается, как же это все сделать, потому что, согласитесь, все гриферы реально там школьники тупые, которые гриферят нормальных людей. Поэтому, ребята, вот вы можете даже так украсить, чтобы просто-напросто не забыть, где ваш сундук. Например, поставить вот сюда какую-то крутую картину, я бы хотел в 2 блока, но, как назло, она сейчас не ставится. Твою фуражку поставьте, пожалуйста, в 2 блока. Вот. И все, и вы будете знать, что ваш сундук находится вот тут. Вот тут, ребята, в стене. Где? Кто сможет заметить, что у вас тут сундук? Никто. Вот сзади это может казаться какой-то камин, да, или можете как-то по-другому сделать. Но тут реально сундук. Вы сюда можете складывать все ваши вещички, и это, если честно, очень даже круто. Мы приступаем к второму способу. Кто не знал, то есть 4 способа, как спрятать свои сундуки с вещами. Это был первый, это второй. Что же мы будем делать? Это мы уже можем все выкинуть, то, что у нас было в первом способе. Сейчас мы берем второй способ. Вот так это все делается. Вот сейчас в наших вот этих слотах находится все, что нам нужно. 3 снега, топор, что, в принципе, топор, может, да, в принципе, даже топора не нужно, вот это все. Что, зачем, и также верстак, зачем нам нужен верстак? Мы делаем со снега вот так, у нас получается 6, я не знаю, как это сказать, то есть 6 плиток снега, прям какой-то новый вкус сникерса, да, плитки снега. И зачем? Давайте приступим. Мы ломаем вот эти 2 деревья. Вот так, не деревья, а 2 нижних столба дерева, да, то есть я не знаю, как это объяснить, вот так. И ломаем под ним также один блок, вот так, чтобы был промежуток 1, 2, 3 блока. Замечательно. Сюда на низ мы ставим 1, 2, 3. Вот поэтому мы сделали вот так 3, это уже можно выкинуть, 3 плитки снега, да, 3 плитки снега. Потом, что мы делаем? Ставим сюда и сюда, вот так сверху закрываем вот этот промежуток любым блоком. Вот так. Сейчас, что мы делаем? Ставим рельсы, также ставим на это вагонетку, я не знаю, куда наша пропала. Ставим вагонетку, ломаем блок, и вагонеточка прям идеально помещается сюда внутрь. Прям как это было для нее всегда сделана вот эта яма. Потом, что же мы делаем, ребята? Мы ставим поршень, потом перед поршнем ставим дерево, вот так. Главное, чтобы оно вот так вверх смотрело, как обычное дерево, а не так боком, да? И за этим ставим рычаг. Опа, опа, готово. Все, все у нас, все. Мы это сделали. И также на это ставим еще один, чтобы дерево было полноценным, можно и так сказать. И все отлично сделано. Все, вы можете сюда подойти, и сундучок спрятан под деревом. Вот смотри, с любой стороны, вот это, ребята, вы можете насадить у себя
в доме, где-то на серверах, да, допустим, сделать прям какой-то парк, где будет очень сильно, очень много и много деревьев. И вы сможете вот так под какими-то специальными деревьями вот это сделать. Например, как-то их отметить. Вот, например, я не знаю, как-то вот так, да, вот так, чтобы тут торчало. Ну, что-то в этом роде, да, чтобы только вы знали, что там кто-то находится. Из кучи деревьев никто не сможет запалить. Вы сюда сможете поскладывать все ваши, я не знаю, там, прелести, моя прелесть, да, вот это все вы сможете поскладывать, ваши алмазы вот сюда все поскладывать. Никто не сможет заметить, потому что это, мать его, обычное дерево, такое же, как и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Вот под этим деревом ничего нету, да, а вот сюда вы придете, и под этим деревом уже есть сундук с вашими алмазами. Хоть там гений какой-то, но никак не сможет догадаться, а только вы будете знать, что там действительно находятся ваши ресурсы. И, ребята, мы приступаем к третьему способу. Третий способ очень и очень простенький, его, наверное, уже многие знают. Все, что для вас понадобится, это просто-напросто один сундучок и вот этот инструмент, ребята. И вот это для, ну, знаете, для чего там, для выращивания пшеницы и других различных ингредиентов, да. Это... мотыга, да, я забыл, как называется. Это очень простенько. Что вам нужно? Вы ломаете два блока, вот так, да, чтобы тут было и два блока. Ставите сюда сундук, закрываете сундук, все. И если вы хотите что-то взять с этого сундука, просто подходите вот сюда копайте, и между вот этим промежутком у вас есть сундук. Что-то захотели, поставили сюда всякие вещички, забрали вещички, все. И даже если захотели, то попрыгали на вот этом, и все, вы уже не можете сюда получить доступ, потому что вот эти блоки как будто закрылись, да, соединились между собой. В следующий раз, если захотите что-то взять, тоже так же подбегаете с мотыгой, открываете, берете, прыгаете вот тут, прыгаете вот так, и все. То есть вы уже не можете сюда получить никакой доступ. Это, если честно, очень и очень и очень офигенно. И мы, ребята, приступаем к последнему способу защититься от гриферов и спрятать свои диаманты, алмазы в сундучок. Это самый замудренный способ, но, если честно, он самый крутой. Делается это с помощью этого большого дерева с джунглей. Как это все делается? Ставим 4 ростка, да, чтобы получить вот такое огромное дерево. Потом на вот эти ростки ставим любые блоки, вот так, да, то есть любые блоки, которые у вас там будут, там... вот эти доски, камень, короче, неважно. Вот я взял землю, поэтому поставил землю. С правой, запомните, это очень важно. С правой стороны мы ставим обычные рельсы, да, то есть обычные рельсы. А с левой стороны мы ставим power рельсы, да, вот эти. Главное, вот такая последовательность. С правой обычные, с левой вот эти power. Просто у меня английский Minecraft, поэтому я не знаю, как это все переводится. Потом, нам нужна вагонетка с сундуком, как обычно. Ставим ее на правую сторону, то есть на обычные рельсы. Не на вот эти под напряжением, а на вот эти обычные. Потом, что мы делаем? Толкаем вот эту вагонетку немного вперед, чтобы она передвинулась вот сюда. То есть, чтобы она так стояла. Потом ломаем вот этот левый блок с powered рельсами. Вот этот. Ломаем, вагонетка разворачивается, и она сейчас как будто висит в воздухе. Потом ломаем вот этот блок. И вагонетка падает вниз. Потом выращиваем вот это дерево. Выращиваем. Сейчас оно вырастет. И все. Толкнем немного вагонетку, чтобы она туда внутрь зашла. Вот немного ее затолкнули, дали пинок под зад. И все. Вообще, не видно ее ни с какой стороны. Но зато вы будете знать, что у вас вагонетка находится в самом дереве. Потому что она реально в дереве, ребята. Вот. Мы зашли, тыкаем просто-напросто на дерево. И она находится вот тут. Вот она, ребята. Нужно запомнить, где вы ее поставили, с какой стороны, потому что с этой стороны не будет, с этой стороны не будет. Это же не один створ дерева, да, тут же 4, вот большое дерево. Поэтому с этой стороны нужно тыкать. И вот наша вагонетка с сундуком также. Ну кто догадается, что у вас в дереве есть
спрятанный сундук с какими-то там потайными, я не знаю, вещицами, которые просто-напросто вот так вы сюда можете зайти, вот и все ваши эти вещи спрятать, 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 и вы будете знать, что у вас в дереве находятся алмазные вещички или алмазы. Это офигенно. Давайте, ребята, мы еще раз пройдемся. Сундук в стене в вашем доме, вы можете построить вот тут ваш дом, тут, например, окно будет, да, вот, и вот тут у вас будет спрятан сундук. Это очень и очень круто. Второй способ — это под деревом, вот тут, ребята, под деревом, тыкайте, наверное, не вот сюда, а хотя даже можно сюда, можно вот так по линии, вот это, видите, где соединяется дерево с землей, тыкать, или можно чуть-чуть сюда вниз, тыкать на саму землю, и вы сможете получить туда доступ. Вот тут уже не очень, да, то есть тут уже не проходит контакт. А третий способ — это с помощью лопаты. Я уже забыл, где это было, если честно. С помощью... Вот тут, видите? Опа. Опа, ага, вот так нельзя, значит, вот так можно. Да. Значит, нужно и тут, и тут. Вот тут сюда тыкаем, и тут у нас спрятанный сундук. И последний способ, самый кайфовый, это в самом дереве. Это очень и очень и очень круто. Ребята, на этом мы будем заканчивать. Я надеюсь, что вам эта серия и рубрика понравилась, потому что я действительно для себя открыл что-то новое, и это специально сделано для игроков, которые просто-напросто хотят себе обеспечить безопасность, чтобы даже если они приручают каких-то игроков на сервере, то чтобы они просто-напросто вас не предали и не украли ваши самые ценные вещички. А любые там всякие блоки, всякую фигню вы можете прятать, конечно, в обычных сундуках в вашем доме, да, чтобы даже если грифер хотел у вас что-то украть, то что заметил он в сундуках, это обычные блоки, обычная еда и обычные там какашки, да, и это он не будет брать, потому что там нету ни ресурсов, ни алмазов, ничего очень ценного. И туда вы можете складывать весь ваш хлам. А вот в такие места, в дереве, под деревом, в стене, или, например, где-то возле плантации пшеницы, у вас будут спрятаны алмазики, у вас будут спрятаны алмазные вещи, и никто об этом не будет знать. Даже если на вашу территорию на сервере ворвется какой-то клан гриферов и вынесет оттуда все, что только можно. Но вот эти нычки, мне кажется, не все смогут заметить. Поэтому, ребята, я буду очень сильно рад, если поставите лайк, как я уже сказал в начале серии. Давайте наберем 700 лайков, это действительно даст мне больше сил для записи новых видео. Я, если честно, буду очень сильно вам благодарен. И увижу то, что вам понравилась эта рубрика. И я буду выпускать такое как можно чаще, потому что это, ребята, согласитесь, очень полезно. Также, ребята, не забываем оставлять свои комментарии, если хотите со мной пообщаться. Я отвечаю на вопросы своих подписчиков, поэтому не стесняемся. И последнее, ребята, я отношусь к своим подписчикам как реально к каким-то друзьям. Поэтому, если хотите стать моим другом, если хотите вступить в нашу большую дружную семью, то все, что от вас требуется, это просто-напросто подписаться. Я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. Ребята, на этом мы заканчиваем. Еще раз скажу всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.